Ты Томми? Томас Анджело. Детектив Норман. Вы один? По своей воле сюда никто не пришел бы, разве что санитарный инспектор. Что вам принести? А, чашку кофе и все. Хочешь глотнуть? Нет, спасибо. Как хочешь. Итак, по телефону ты сказал, что есть предложение ко мне. Все так. Учти, если тебе надо подмазать копа, то ты не по адресу. Мне не нужны никакие партнеры. Хорошо. Я на мели. Даже на кофе не хватает. Но у меня кое-что есть. Рассказывай. Вы давно в городе? 3 года. Я начинал в Empire Bay. И вам поручили дело Морелла в первый же день. Ну, так в газетах пишут. А тебе-то что? Скверно. Ведь это дело явно не из простых. И что, ты можешь мне помочь? Да. Я кое-что знаю. И что же ты хочешь взамен? Неприкосновенность? Или, может быть, деньги? Ничего. Мне нужно защитить родных. А, семья. Это всегда слабое место. И кто же это? Больная мать или жена с кучей детишек? Жена и дочка. Я так понял, тебе больше не к кому обратиться. Иначе бы меня тут не было. Печально. Отец всегда говорил мне, что без друзей в этом мире не прожить. Да. Но в моем мире все наоборот. Я не удивлен. Слушай, пока я ничего не могу обещать. Сперва я хочу узнать, что у тебя есть, так что, может, расскажешь? Или будешь тянуть время, пока за тобой не придут? Думаете, я в бегах? О, да я это знаю, Томми. Боже, взгляни на себя. Вид паршивый, не спишь ночами. И так часто озираешься, что скоро шею себе свернешь. Сдается мне, на хвосте у тебя очень серьезные ребята, и они не отстанут, пока не отправят тебя на дно реки. Выйдешь отсюда без меня и пары шагов не сделаешь. Мы оба это знаем. Но если ты останешься и все мне расскажешь, быть может, проживешь еще достаточно, чтобы отвезти дочку под венец. Пожалуй, я заплачу за твой кофе. Эх, знал бы, куда все это приведет. Никогда не знаешь, что ждет за поворотом. Но ведь ты не родился с револьвером в руках. Нет. Я был таксистом еще в 30-м. Я работал ночами, так больше платили. И вот под конец одной из смен я повстречал Полли и Сэма. Здесь такси стоит! Повезло! Двигай! Давай! Чё, куда? Неважно. Живо! Ты у меня на мушке. Если нас нагонят, нам конец. Но и ты живым не уйдешь. Мне проблемы не нужны. У тебя уже проблемы. Гони! Как они вообще узнали, где мы будем? Какая разница? Надо сбросить их. Сколько машин за нами едут? Пока одна. Но могут быть и другие. Держитесь, я кое-что придумал. Нихера себе! Что это за типы? Твое дело вести, а не спрашивать.
Там на ту сторону реки. Езжай по мосту Джулиани. Как скажешь. Как там твоя нога? Болит адски. Как приедем, я разбужу доктора. Ну, может, и так пройдет. Все равно я его вы. Эй, а ты чего уши развесил? Не смей подслушивать. Я просто везу вас туда, куда вы сказали. Вот и вези. Я понял, мы уже близко. Куда мне вести вас на том берегу? Меня достали твои вопросы! Вон еще! А, черт! Я знаю, где можно срезать. Это их остановит. Делай, что хочешь! Только оторвись от них! Это, по-твоему, срезать? Но они же отстали. Отстали-то не все! С теми парнями вы не особо ладите, да? Иногда деловые партнеры ссорятся. Так бывает. Заткнись уже, Полли. Хватит болтать. Чем больше он знает, тем меньше у него шансов дожить до утра. Я ничего не слышал, ребята. Утер ты им нос! Это еще не все! Давай, гони! Работяги, которые тут дорогу копали, нам спасибо не скажут. Уже минус три тачки. Сколько вообще на встрече было машин? 4, может 5. Наверняка он вызвал подмогу. Похоже на то. В следующий раз возьмем больше ребят. Этого следовало ожидать. Когда босс узнает об этом, он им такое устроит. Их все больше и больше. Похоже, они всех подняли. Если не вернемся в свой район, долго мы тут не протянем. Надо двигать домой. Западный портовый мост. Давай туда. Послали за нами все свои тачки. Давай, нас... босс же разведен, да? Ага. Мы успеем. Какого черта мы делаем? Держись крепче и молись. Никогда такого не делал. Я тоже. А теперь в маленькую талию. И побыстрей. Поездка не закончена. Я не ожидал. Думаешь, у нас стукач? Думаю, тебе лучше помалкивать. Обсудим, когда вернемся в бар. Отлично. Уже близко. Останови возле бара. Салири, что ли? Да, тот самый. Жди здесь. Зачем? Ты хочешь награду от Дона или нет?
компенсации за твои услуги и ремонт машины. Теперь мы в расчете. Этого должно хватить. Славно. Дон Сальери весьма тебе признателен за все. Если что-то понадобится, деньги в долг, хорошая работа, только попроси. Дон друзей не забывает. Ясно. Спасибо. И еще. Все это только между нами. Если спросит, откуда деньги, выиграл в покер. А насчет царапин на тачке, пытался объехать бабульку на дороге. Все понял? Конечно. До скорого, парень. Когда я вскрыл конверт, меня чуть инфаркт не хватил. Деньги на ремонт? Да я бы легко мог купить новую. Я думал над предложением Сэма о работе, но был скорее против. Платят хорошо, но связываться с криминалом лучше бедный живой, чем богатый мертвый. Даже удивительно, как я был далек от этого. После той поездки с парнями Сальери я поскорее вернулся за руль. Но работалось уже по-другому. Развозя людей, ты проводишь много времени наедине со своими мыслями. И с чужими тоже. Эй, ты! Шофер! Да, мэм. Ты работаешь или дрыхнешь? Работаю, мэм. Без продыху. Куда едем? Храм Святого Михаила. Прямо к нему. И поаккуратнее. Я всегда вожу аккуратно. Редкость для таксиста. Значит, храм. Разве сегодня воскресенье? Прошу, следи за дорогой. Здесь, возле парка. Мы на месте. Храм вот он. С вас 30 центов. Взамен чаевых я дам вам совет. Не курите в машине, я будто в пепельнице ехала. Ага, как скажете. Извини, чего еще ждать от итальяшек? Я не могу без радио ездить. Найду-ка еще клиента.
галерею и побыстрее. Ага, побыстрее это можно. Решили развеяться? А тебе-то что? Да так, беседу поддержать. Я тебе не за беседы плачу. Езжай давай. Ты глянь на них. Из-за этого кризиса люди в конец обленились. Теперь-то у них есть повод ничего не делать. Ну так работы же нету. Работа есть всегда. Просто ее искать нужно. Понимаю. Вы занятой человек. Таких нынче редко встретишь. Я эту депрессию предвидел. Продал акции перед тем, как биржи рухнули. Так что да, я занятой. Будете весь день разглядывать старые картины? У меня там деловая встреча с коллегой. Хотя тебе-то какое до этого дело? Вот найдешь себе нормальную работу, так поймешь, о чем я. А пока рули, не отвлекай меня. Да, да, хорошо. Останови перед галереей. Спасибо, приятель. Вот полбакса. Не трать все сразу. Я постараюсь. Почему все клиенты сегодня такие козлы? Так, следующий. Херово выглядишь, приятель. Я-то с пяти работаю. А с тобой что? Бухал. Ну ясно. Куда поедем? Маленькая Италия. 21-я улица. Ладно. Я не скажу копам, что тебя выпивка несет. А ты не скажешь, если я скорость превышу. Договорились? Заметано. Много заработал сегодня? Да так. Меньше, чем хотелось бы. Как рынок упал, так теперь ни у кого нет денег на такси. Чую, мы в полной жопе. Я к тебе только потому и сел, что бухой и плохо соображаю. Копы видят пьяных каждый день. Им нужны те, кто бухло перевозит и продает. Я видел, как они за меньшее людей забирали. Ну да. Если они хотят с тебя что-нибудь содрать, могут к чему угодно прицепиться. Черт, в этом городе продается все. Уж это точно. Почти приехали. Высади меня на углу, лады? Узнайте все последние новости. Эй, у моего двоюродного брата кофейный лоток за углом. Скажи, что тебя прислал Лючио, если зайдешь к нему. Спасибо. Как-нибудь зайду. Господи! Эй, как дела, друг? Помнишь меня? Да? Мистер Морелло недоволен. Зря ты помог гравюрам Сальери. Я разъясню тебе, чтобы ты всегда помнил, чей это город. Какое-то время походишь под себя. Смотри-ка, он любит пошутить. За ним. Этим городом рулит Морелло, и ты его разозлил. Куда ты побежал, а? Все сюда! Вам понравится!
приказал ждать его в три. Хоть бы раз пришел вовремя, Пинчуга. Смотрите, кто это? Дино, Лу! У вас есть дело к Дону? Не, нам бы с этим таксистом поболтать, и все. С этим? Ага. Знаете, это любимый водитель Дона. Если хотите сказать что-то ему, скажите мне. Правда? Ну, вот что, дружище, мы так просто не уйдем из тебя. Может, тогда вы здесь и останетесь? Ну что ж. Еще свидимся. Пойдем, Лу. Спасибо. Это мелочь. Пошли! Познакомишься с Доном. Доном Сальери? Да. Эта история его повеселит. Как твое имя, сынок? Томас. Томас Анджело, сэр. Фрэнк сказал, у тебя проблемы? Да, сэр. Мое такси здорово размолотили. Люди Морелло пришли к Томми. Он помог нам тогда? Это такси твоя работа? Да, сэр. Я чувствую перед тобой ответственность. Я дам тебе небольшую сумму. Как раз хватит на починку машины. Большое спасибо, сэр, но деньги мне не нужны. Тогда в чем же дело? Я хочу добраться до уродов, разбивших машину. Ты слышишь, Фрэнк? Парню нужно мое разрешение, чтобы подраться. Да, я слышал. Ладно, Томми Анджело. Все быки Морелло торчат в его баре. Поле, ты знаешь. Конечно, босс. Хорошо. Ты поедешь туда с Томми. У бара есть парковка. Там стоят их машины. Разнеси пару тачек. Пусть Морелло узнает, что на моей территории нельзя избивать честных работяг. Спасибо, мистер Сальери. Я не подведу. Томми, вернешься? Обсудим, что делать дальше. Тебя здесь никто не знает, так что потише, лады? Ладно. Босс уже закончил? Не, можешь и дальше хер пинать. Что-то дельное нашел? Да шофер, нет, я... Мы ему помогаем. Я с тобой слежу. Понял? Понял. Просто не уйдет. Ненавижу сидеть без дела. Скучище. Если босс считает, что тебе еще рано дань собирать, что поделать? Да и пора мне вообще-то. Ну ладно, проходи сюда. Сперва я познакомлю тебя с Винни. Он, конечно, то еще хамло, но Фрэнк и Дон знают его уже 100 лет. Чем занимается?
Мы заходим к нему, когда нужна тяжелая артиллерия. Он снабжает нас пушками на случай неприятностей. Мы рады деньгам от него. Увы, нам пора. Дорога на север долгая. Если Дон захочет купить еще, может, что-нибудь тихо менять. Хорошая идея. Мы въехали в город утром, и легавые стояли на каждом углу. Бонжорно, Винченцо! Чао, Поли! Смотри, какой штуцер! Это кто с тобой? Винни, это Томми Анджело. У нас с ним есть работенка. Ясно, что ж чудно. Привет. Нужны револьверы, ружья? Не, нам только уделать пару-тройку тачек. Хм. Есть у меня кое-что. Классика! Разобьет все! Если биты недостаточно, у меня есть еще парочка коктейлей. Аккуратнее с ними. Не спалите себе волосики. Рад встрече, Том. Если Поли станет тебя прессовать, скажи мне. Я его мигом на место поставлю. Ральфи сидит в гараже. Он малость с придурью, но в тачках реально шарит. Не понимаю, как этому кретину удается чинить движки. Наверняка колдовство какое-то. Эй, умник! Вытащи свою голову из жопы! Охренел, Полли? Нельзя так пугать людей! Извини, Ральфи, я же просто пошутил. Ты еще хромаешь? У нас тут теперь уже двое коллег. У нас ничего общего. Ты понял, Ральф? Конечно, Полли, да. Томми. Томми Анджело. Рад знакомству. Я говорил, Ральф у нас немного того. Но пригонишь ему чужую тачку, она станет твоей. У нас с Томом одно дельце. Нужна машина. Как насчет этой, Полли? Это не хот-род, но по городу ездить можно. Ладно, погнали. Ты за рулем. И чтобы не вздумал снова бездельничать. Подожди, перережу тебе тормозной шланг, урод. Не понимаю, на кой черт Ральфи дал нам эту тачку? Я пытался показать тебе красивую жизнь, а мы ползем на колымаге, которую моя мамаша могла купить лет 20 назад. Знаю я Ральфа, наверняка он у моей мамаши ее и спер. Да нормальная машина, не все же в такси гонять. Да ладно, не притворяйся, это же просто ведро с гайкой. Слушай, там в грузовике был виски? Да. Новый поставщик. И вы вот так открыто его покупаете? Обычно нет, но это была первая партия. К тому же у копов хватает ума не заходить на нашу территорию. У Морелла, чьи тачки ты скоро подпалишь, еще больше дружков полиции, чем у нас. Но и у нас все схвачено, если не борзеть. Главное, оглядывайся почаще. Если хочешь бутылочку того канадского виски, ты скажи. Мы припасли немного для друзей. Да я небольшой любитель этого дела. Раньше я мог накидаться самогоном, но давно уже завязал с этой дрянью. До добра это не доводит. Ну, наше-то пойло высший класс. Можешь смело пить и не бояться, что ослепнешь. Хорошо, спасибо. Важнее самого бухла, то в какие заведения мы его поставляем, Топ. Видел бы ты тамошних дамочек. Для нас там всегда все по высшему разряду. Лучшие места, лучшая жратва, лучшие девки. Сейчас я просто хочу испортить день козлам, которые испортили день мне. Ну, ладно. И вообще, от этого одни неприятности. Это говорит тебе парень, который собрался сжечь машины Морелла? Если что, ты меня защитишь. Все пройдет гладко. Если гладко не выйдет, не дай им срисовать твою морду. Или врежь им так, чтобы они ее нахрен позабыли.
Мы на территории Морелла. Между кварталами Морелла и Сальери есть какая-то граница? Не особо. Все часто сдвигается туда-сюда. Но в основном мы держим маленькую Италию, а он сидит в Норд-парке и еще много где. Если окажешься не на той стороне улицы и не в том районе, быстро поймешь, что тебе лучше пойти в другое место. Даже раньше, чем эти типы выйдут из-за угла и начнут на тебя глазеть. Так, мы уже близко. Громилы Морелла ходят сюда покурить и поболтать, а тачки оставляют сзади. Ленивые засранцы. Обычно их охраняет какая-нибудь мелкая шестерка. Давай, сюда. Проберись внутрь и разнеси их машины. Будет им урок. Ага. А ты зачем идешь? Вдруг тебя подстрелят. Ты лучше вали отсюда по-хорошему. Ладно, пойдем тихо. Ты же умеешь красться, да? А, вот так. А то есть старая гвардия. Однажды они и тебя возьмут. Если они нас не увидят, то и стрелять не будут. Лезь через ворота на крышу. Я пойду и отвлеку этого бычару, а ты пока подберись сзади и втащи его. Отлично умею отвлекать. Не особо, но многие в городе очень злые на босса. Бережем его Бог бережет. Главное, что платит он Бог. Эй, ты что делаешь, черт тебя дери? А что я делаю? Что ты несешь вообще? Что слышал? Какого черта ты здесь делаешь? Ты кто такой? Я недоумеваю, какой идиот приказал тебе стоять здесь? Это Дино, он мне приказал. Дино? По всему городу шныряют ребята Сальери. А Дино сказал тебе... на тебе! Ну, идем к машинам. Бери биту и начинай махать. Время поджимает! Ах ты ж! Эй, отвали от машины! Лови его, Том! Тебе что, жить надоело? Сука, больно! Давай, Том, скорее! Сейчас придут другие! Швыряй молота! Подай тут огоньку! Вот так! Хорошо пошла! Это парни Морелла точно услышат! Шахнуло на весь квартал. Нам пора! Возьмем тачку Дина! С чего ты взял, что это машина Дина? Если меня кто-нибудь бесит и у него крутая тачка, я узнаю, где он ее держит! Там еще транспорт в машинах в Норд-парке! Это рядом с баром Морелла. Только не возьмите его, ребят. Прямо в ворота! Надо свалить отсюда, пока громилы не прибежали! И дайте ему дать! Они стреляют! Гони! Гони! Черт! Том, легавые! Ну и что нам делать? Гнать как можно быстрее, пока не оторвемся. Хороший план. Они разозлились. Не будем злить их еще больше. Держись от них подальше, и они отстанут.
Аккуратнее. Они все еще ищут нас. Пронесло. Поехали, доложим боссу. Я думал, легавы у Сальери на содержании. Только некоторые поставки... Езжай аккуратнее. Не надо привлекать внимание. Только некоторые постовые. А у Морелла сам шеф полиции в кармане. Ну и как тебе? Круто было? Что круто? Уделать этого парня. Угнать у Дина тачку. Круто же. А, пожалуй, да. Первый раз самый лучший, Том. С ним ничто не сравнится. Ну, подходит тебе это? Такая жизнь. А тебе-то что? Ну, я просто интересуюсь. Люблю вопросы задавать. Сомневаюсь, что вы с Сэмом каждый день курочите машины на парковках. Ну, иногда мы заняты, иногда не очень. Меня вот не принимали так, как тебя. Ты не дрючил дружков Дина и не забирал его машину? Не, я воровал тачки, и меня наконец заметили. А когда меня прижимали копы, я никого не сдавал. Однажды мы с Винченцо разболтались возле бара, и я стал с ними работать. 10 лет уже прошло, а я все еще здесь. Я только приоделся получше, а Винни уже старый хрыч. Я думал, что в семью беру только благодаря каким-то связям. Брат там, или дядя, или... Ну, бывает, что кто-нибудь приводит своего родственника. Вот, например, Карло. Папаша его был с Доном «не разлей вода». Поначалу к такому человеку больше доверия. Но многие из нас попали в семью прямо с улицы. Давай пропустим по стаканчику после того, как навестим босса. Ну, у меня на вечер планов нет. Ясное дело. Вот наши планы. Влить Винни столько бухла, чтобы Луиджи снова пришлось его выставить за дверь. Не возражаю. Еще бы. А что с тачкой, на которой вы уехали? Бросили ее. Почему? Потому что корыто сраное. Это же лучше. Может и лучше, но окно разбито. Зато свежий воздух. Красота. Все еще с ним? Да, типа того. Эй, босс, все готово. Разобрались? Более чем, мистер Сальери. Я понял. Садитесь. Видели Морелла? Не. Но он лопнет от злости, когда узнает, что случилось. Теперь он долго не сможет думать головой. Видишь, этим мы с Мореллой и отличаемся. Я бизнесмен. Я использую мозг. Каждое мое решение полезно моему бизнесу и парням. А Морелла вспыльчив. От злости у него сносит крышу. Когда он взбешен, он тупеет. По поводу Томми можете не беспокоиться. Этот парень был хорош, босс. Я очень рад. Мой бизнес растет. Нужен парень вроде тебя помогать в баре, ездить по делам, следить за оплатой счетов. Ты в деле? Это честь для меня, сэр. Прошу. Прошу. Поли и Сэм за тебя поручились. Но тебе надо запомнить наши правила, так что соберись. Первое. Мы никогда не материмся. У нас богатый язык. И если ты не можешь обойтись без мата, значит, ты ленив или глуп. Второе. Никаких дел с наркотой. Мне торчки совсем не кстати. Пускай Морелла травит своих людей, если хочет. И третье. Нам не нужны проблемы с копами. Кое-кто у нас на ставке. Но если зайдешь далеко, придут другие. Это ясно? Да, мистер Сальери. Тогда я спрошу у тебя еще кое-что, Томми.
Поли и Сэм рядом со мной не потому, что они сильны. В городе есть парни покрепче их. И Фрэнк со мной не потому, что умен. Хотя в цифрах ему нет равных. Все эти люди здесь со мной благодаря одному качеству, которое я очень ценю. Это качество должны ценить мы все. Понимаешь, о чем я? Преданность. Именно. Будешь со мной честен, жизнь пойдет как по маслу. Но если предашь меня... Дон Сальери, я не доставлю вам проблем. Хорошо. Ты принят в семью. Прекрасно. Так, я голоден. Луиджи, накрывай. Очень рад. Наш бармен Луиджи – повар так себе. Зато его дочь Сара – Мадонна. Первое время жизнь в баре Сальери текла неспешно. Я таскал ящики и доставлял послания. Парни бездельничали и болтали о жизни на родине. В общем, мы просто ждали. Я уж начал думать, что никакие опасности мне у Сальери не грозят. Ну, откуда ж мне тебя было знать? Прими, Чилю! Ты Томми? Соберись силами, ну! Давай, покажи ему! Босс хочет тебя видеть. Спасибо. Доктор Диретто, арреддити! Комбаттерай унальча вольта! Вот и он. Простите, опоздал. Садись. День сбора дани, парни. Томми за рулем, Поли и Сэм на вас остальное. Все как обычно. Сегодня весь день в разъездах. Билл задолжал нам за мотель в том месяце. Проследите, чтобы не забыл процент. Без проблем, босс. Постарайтесь не распускать руки без необходимости. Клиент должен понимать, какую важную услугу мы оказываем. Вы должны быть ангелами-хранителями. Гарантировать защиту. Мы не Костоломы вроде Морелла. Мы выше этого. Но услуга стоит денег. Мы справимся. Возьми у Ральфи машину. Хорошо, босс. Винни передает, что у него для тебя кое-что есть, Том. Зайди к нему. Наверное, хочет там, рассказать наверху. Дурацкую байку о том, как надрал мне кому-то жопу лет 20 назад. А вот и ты. Я увидел это и сразу же подумал о тебе. Ты когда-нибудь носил пушку? Стрелял пару раз на ярмарке. Это не в счет. Направь ее на цель, вон туда. Смотришься ты неплохо. А теперь да, бабах, и мозги по стене. Так, теперь перезаряди. Вот здесь открываешь и готово. Не на меня, кретин. И еще запомни, пушкой светить нельзя. Держи ее за поясом. Отлично. Когда начнется пальба, ты это, ищи укрытие и старайся не обосраться. Спасибо, Винченцо. Я ценю это. Это для босса и Фрэнка, я, Винченцо. А для тебя я просто Винни. Поосторожней там, ребята. Я видел Бифа, он говорит, Морелло все еще бесится из-за...
машин. А, сдались ему эти тачки. У него... Ты знаешь, как в такую залезть, Томми? Локтем в стекло, суешь руку. Делов-то. А потом весь день вставлять стекло. Смотри. И... Учись. Да ты просто волшебник, Ральфи. Давай, Томми, покажи, что ты умеешь. Ага, подцепил. Вот так и надо. Хорошего дня, парни. Первым у нас Эл. У него пекарня на Лонгмен-стрит. Знаешь, где это? Ага, знаю. Эл снова задержал? Похоже, да. Эх, очень жаль. Ага, мы на месте. Смотри, как мы работаем, Том. Иногда все идет как по маслу, но иногда нам пытаются дать отпор. И тогда приходится импровизировать. Понял. Просто делай, что я говорю. Сэм, Полли, как дела? Классно. Как крошка Джулия? Ха, она уже не та крошка. Такая же ягоза, какой была ее бабуля. Здорово, Эл. Просто отлично. У тебя никаких проблем нет? Может, шпана достает? Нет, нет. Ничего такого. Хорошо. Так ты собрал деньги? Они там. Подсобки. Я сейчас... Том их возьмет. А ты стой там, чтобы мы тебя видели. Трудный выдался месяц, Сэм. Я беспокоился, что не соберу, сколько нужно. Эл, я так и знал, что ты не подведешь. Но хорошо, что ты беспокоился. Как же нам защищать тебя? Где деньги? Инфами, фидуси, войчи сукьятой сангвы. На столе коричневый конверт. Via di qui. Lasciateci in pace. Нашел. Увидимся через месяц, Эл. Скажи нам, если что-то понадобится, что угодно. Конечно, Сэм. Конечно. И маме своей привет передавай, ладно? Так, дальше по плану магазин старого Юджина. Китайская лавка на Таллоу. Он еще не помер? Того гляди и помрет. Вроде там рулит его племянник. Том, на самом деле старого владельца зовут Юджином. Он китаец, но его имя звучит похоже на Юджин. Так что мы его так и прозвали. Когда-то Полли разбил ему башку о прилавок. Году в 27-м, да? Ага, весело было. И с тех пор никаких проблем. Так вот, если приглядеться, увидишь кровь на прилавке. Бедняга так и не смог ее оттереть. Мы держим этих узкоглазых на крючке, чтобы банды из Чайна-тауна понимали, это наш город, а не их. Но с племянником Юджина мы пока не знакомы. Может, придется познакомиться. Газет.
Приехали. Сейчас я сам, Сэм. Уверен? Да, уверен. Он хочет один разобраться? Когда Поли чем-то недоволен, ему нужно выпустить пар. Просто пусть делает так, как он хочет. Вот такой он человек. По голосу понять можно. Порой ему надо давать шанс все сделать самому. Пускай порезвится. Я продал граммофон, чтобы было на что есть. Пластинки я продал раньше, так что слушать один хер будет. Да, теперь племяннику Юджину не до смеха. Если Поли завелся, его не унять. Как-то раз мы прижали одного портного в Холбруке. С тех пор бедняга прикован к креслу каталки. Вот и он. Быстро управился. Поехали, пока нет копов, Том. Давай в мотель к Биллу. Племянник Юджина заплатит на следующей неделе. Еще и сверху добавит. И как он? Нормально. А прилавок? Ну, чутка крови испачкана опять. И как сильно? Ничего, вытрет, не развалится. Когда на ноги встанет. Пойдешь с нами на дело еще раз, Том? У нас много историй о племянниках-китаёзах, которые оттирают прилавки от собственной кровищи. Да, вроде это было нетрудно. Нетрудно? В смысле нетрудно? Не знаю. У вас как-то само все выходит, ну а я чем хуже? По-твоему, это любому по силам? Мы с Полей годами работаем на этих улицах. И тут приходишь ты и думаешь, что сразу во все врубился? Я не говорил это, Сэм, я... Ты первый день на работе. Ты даже не представляешь, что мы здесь делаем и как мы это делаем. Сэм, по-моему, ты... Нет, Полли. Этот шкет думает, что он теперь крутой. А я таких, как он, в землю зарывал. Думаю, тебе самое время извиниться, Том. Извиниться? Я бы, может, и извинился, если б не заметил, как ты лыбу давишь. А его проняло, Сэм. Точно проняло. Я отсюда могу унюхать, что он обделался. Не, не проняло меня. Когда малыш Тони пошел на дело в первый раз, он передо мной на коленях стоял, пока не понял, что я шуткую. Ага, ты справился куда лучше него. Боже, ненавижу ездить за город. Ты вообще все ненавидишь. Но за городом мне хуже всего. Почему заведение у нас в списке так далеко от города? За городом лучшее место для стрелок, карточных игр и вообще всего того, чем занимаемся. Мы должны забрать целый мешок наличных. Этот парень нам задолжал, понимаешь? А то босс будет в ярости. Да, это место приносит кучу бабла. Чем меньше внимания привлекает заведение, тем больше денег мы с него обычно загребаем. Недавно у мотеля началась новая жизнь. Там на пути, в Lost Heaven, останавливается кубинский ром. Его привозят прямо сюда? Ага. А потом мы продаем его втридорога. Обмен проходит в мотеле Билла. Он под защитой у Сальери. Но босс и другим семьям разрешает им пользоваться. Даже Морелло? Да. Для поддержания мира. К тому же он так далеко, что всем насрать. Пока все получают свою долю, зачем кому-то мутить воду? Кто-нибудь уже начал тосковать по улицам и тротуарам, как я? Похоже, ты не очень-то любишь природу, Поли. Но он ничего не любит. Ни гулять, ни взаперти сидеть, ни в городе, ни за городом. Терпеть не могу быть на природе. Скажем, принимать поставку бухла посреди какого-то поля. Всегда говна по колено, холод собачий и темно хоть глаз выколи. Хорошо, что теперь ты с нами, Том. Сможешь делать все то, что Поли ненавидит. Что ж, рад помочь.
Ну что, мы на месте. Наконец-то. Подожди здесь, Том. Мы скоро вернемся. Ладно. Господи, Поле! Скажи Сальери, теперь это место наше. Копишь? Только суньтесь. Закончится еще хуже, чем ваши дружки. Забери Сэма. Они выбивают из него информацию. Нужно отвезти тебя к врачу. Это подождет. Сперва вытащи Сэма. Ладно. Ладно, держись. Баб на свете. Тоже мне королева нашлась. Дом. А я тут торчу. Обращается со мной как с каким-то сопляком. И пойду домой. Парни отправились сторожить публичный дом, а я тут торчу. Начнется, если мы наваляем их человеку. Они разнесли наши тачки. Нельзя терпеть такую херню.
Нет, нельзя. Какого черта? Все, конец тебе, приятель. Иди сюда, живо. Проломлю тебе череп. Сэм, ох, и досталось тебе, дружище. Боже. Держись, все будет хорошо. Ты же здоровяк. А, черт, он взял деньги, Том. Я догоню урода. Внутри. Он жив. Тогда забирай бабки! Я понял, каково быть частью семьи. Ощутил цену такой жизни. Ха. Видимо, прямо тогда и надо было сваливать. Но я уже не мог снова стать никем.